регулярно проигрывал. Вот Кахаси был 42 и больше. Сейчас у Чана 41,5. Ну да ладно, смотрим на Акадзуку и потом дальше уже рассуждаем об остальных. Майкл Джексон у нас. Неоднократно Кадзука по ходу нынешнего сезона эту программу. Сейчас он докатает, я вам скажу, насколько отчаянный парень, который не верит в приметы, японец. На Акселе помарка. Касание, да, касание двумя руками, это серьезная ошибка. Красочное выступление.